Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поделиться практикой «Если денег не хватает». Эта замечательная практика может помочь вам в том случае, если не хватает денег на какую-то определенную цель. Будь то либо какая покупка крупная или мелкая, либо оплата обучения, лечения. То есть на конкретную цель. Цель не обязательно должна быть мега важной в глобальном масштабе. Она должна быть важной в первую очередь для вас. И если вам очень нужны деньги, то проведите данную практику и увидите, как очень быстро будут складываться события и придут к вам деньги. Практика на деньги совсем не сложная. Вам понадобятся любые засушенные растения. Это очень важно. Это может быть любая обычная трава, цветы, веточки, листочки из дерева или с куста. Главное, чтобы растение было срезанное или сорванное. Живые цветы здесь не подойдут. По количеству нужно совсем немного. Несколько веточек будет достаточно, сколько вы захотите. Дальше, держа растение перед собой, прочитайте такой заговор. Трава росла, росла, поднялась и выросла. Сколько надо приросла, мне в руки пришла. Также и мои деньги растут, прирастают. Сколько надо, прирастают, разрастаются, прибавляются, да ко мне стекаются. Да будет так. Вот достаточно сказать всего лишь один раз. Дальше вы заговоренное свое растение обязательно нужно положить, завернуть в какую-нибудь ткань, можно и в носовой платочек, и убрать до тех пор, пока не придут деньги на конкретную вашу цель. А после, когда вы уже получили нужную сумму денег, то данное растение можно отнести под любое дерево. Данную практику можно проводить при любой луне, но нужно проводить в первой половине дня. И вот такая простая практика, но она поможет достигать целей, которые вы ставите перед собой.